Анекдот на злобу дня от Джеки. Короче, 7 класс, урок биологии. Учительница на урок приносит манекен члена. И говорит, что это, дети, такое? Все молчат, хваются, Вовочка дерет руку. Учительница думает, ну, Вовочка сейчас же что-то как скажет. Ну, раз никто руку не поднимает, ну, что это, Вовочка, такое? Вовочка встает и говорит, мужской половой орган. Учительница, Вовочка, молодец, садись, 5 тебе. На следующий день, урок биологии, тема размножения. Учительница приносит на урок манекен женского полового органа. И говорит, что это, дети, такое? Все ховаются под парты, стесняются, а Вовочка аж подпрыгивает. Что это, Вовочка, такое? Женский половой орган, Марья Ивановна. Молодец, Вовочка, 5 железная тебе. Садись, молодец, так держать. На третий день учительница заболела. Все учителя заняты, некому проводить урок. Директор смотрит по журналу. У Вовочки одни 5. Зовет Вовочку, говорит, будешь сегодня за старшего? Тот говорит, ну хорошо, попробуешь. Короче, через несколько уроков заходит директор в класс, все ебутся. И только 2 на задней парте сидят и друг другу дрочат. Тот говорит, Вовочка, что это такое? Что происходит вообще? Не понимаю. Тот говорит, да это, директор, у нас контрольная работа. А что те дрочат? Так у них, говорит, самостоятельно. А что друг другу? Так разные варианты.